Сергей Зарамбинский, студент первого курса магистратуры по направлению технологические машины и оборудование, работает на технологии переработки пластиковых отходов в проволоку для 3D-печати. Эта разработка позволит уменьшить количество пластиковых отходов и сделать печать более доступной и экологичной. Эта идея пришла нам с нашим научным руководителем в ходе диалога. Мы решили перерабатывать пластик, который у нас есть, вот, и создавать из него филамент. Филамент – это такое сырье, проволока, из которого уже печатаются изделия на 3D-принтере. Разработчики планируют использовать эту технологию для замены обычного пластика. Производить из такого материала могут сувениры, игрушки и более сложные конструкции. А сейчас уже разработан макет дробильного оборудования. На стадии разработки идет экструдер, который будет переплавлять, собственно, стружку пластиковую. И мы уже начинаем изготавливать само дробильное оборудование уже в металле. Оборудование будет отличаться от аналогов своей габаритностью. Сергей утверждает, что готовый продукт могут использовать как частные компании, так и перерабатывающие предприятия.